Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Звук «л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Буква «у» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Буква «з» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Ради какого-то своего идеала эти люди могут пожертвовать многим. Материальные блага для этих людей не будут стоять на первом месте, а в некоторых ситуациях интересы близких людей отойдут на второй план. Звук «г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Эти люди не воспринимают вторых ролей. Они всегда хотят выделяться и быть в центре внимания. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Буква «у» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Многие владельцы этого имени уже научились правильно проектировать и менять свою жизнь по их усмотрению. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Буква «г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. У обладателя согласной «л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Звук «у» дает человеку активное воображение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.